Всем привет, еще пришло несколько посылок из GearBest, 4 штучки, и мы сейчас давайте на них быстренько посмотрим. Уже без всяких там отклонений, это все бралось по акциям опять же. Вот, теперь белого цвета пришла Xiaomi лампочка. Powerbank наш из прошлого обзора. Чехольчик хоть и не от этого пауэрбанка, но все равно меньше скользит в руках, удобнее стало держать его и так далее. И приятный он на ощупь, поэтому мне нравится, я буду так использовать. Так, давайте смотреть. Все работает. Все режимы работают. Все отлично. Лампочка отличная. Пойдемте дальше. Так, давайте это на последнее, а вот эти две сразу откроем. Оп. О-о-о-о. Целая кучандра OTG переходничков от компании Mitsa. Давайте мы сейчас посмотрим на переходничок HDMI. Его я один заказал, его, по-моему, один можно было на учетку, но я не проверял. А вот с Mitsa, кстати, я заказал на одну учетку в прошлом обзоре, мы посмотрели один штуку. Потом кто-то из подписчиков сказал, что можно 10 заказать, то есть до 10 штук. Ну, я сразу заказал на подарки вот такую гору. Мы их в прошлый раз все обозрели, ну, как бы посмотрели, как они выглядят. Давайте еще один открою и посмотрим вначале на него. Вот. Вот так они выглядят, они рабочие, все отлично у них работает. Единственное, что не для всех удобно будет вставить, допустим, если флешка длинная, то как бы такая палка получается. Удобнее, когда кабель, ты его можешь за телефон загнуть, допустим, или за планшет, или к какому устройству ты получил, там, придерживая рукой, да, то есть, допустим, флешка у тебя в руке, сверху телефон, провод так заходит назад, как бы удобнее, чем вот такая вот вещь. Но кому что, и этот, то есть, имеет право быть, будет на подарки друзьям. Вот. И вторая, это HDMI, вот такой вот переходничок. Я еще один себе заказал. Их периодически по акциям сейчас раздают. Вот, поэтому пригодится в любом случае. Вот. И давайте последняя посылка. Посмотрим. Здесь должен быть нож. Нож мультитул. Вот, Zenflyer, или как, давайте уберу немного. Вот в такой вот коробочке. Можно дарить смело, то есть красиво. А, Zenmax, не Zenflyer, а Zenmax. Zenflyer это, по-моему, фонарики. Вот, круто так выглядит, в таком поролоне, плотно сделано, солидно очень, штрифленая такая. Давайте посмотрим инструкцию, дальше продолжим уже его рассматривать. Инструкция есть на русском языке, вот, я так понимаю, здесь английский, мультитул, что зачем, и предостережение только на русском. Вы можете загрузить руководство по использованию на английском языке на нашем веб-сайте zenmax.com. То есть вот такая вот небольшая инструкция. Ну и здесь написано, для чего какие ножи нужны. Давайте посмотрим на него. Шершавая поверхность, не будет тереться в руках, скользить. Здесь такая надпись красивая, Zenmax. Вообще на подарок вообще супер будет. Ну, я как бы купил себе, но если, допустим, будут еще акции, можно смело покупать на подарок. И отличное вообще приобретение. Но выглядит, по крайней мере, очень круто.
Ну и фирма такая знаменитая, как бы, о том, что будет, я думаю, нормально. Вот, это у нас для шитья, я так понимаю, для чего. Такая вот. Далее штопор. Так, с этой стороны 2. А, есть вот. А ну давайте по инструкции посмотрим. Ага, на инструкции здесь у нас получается крючочек еще должен быть. Вот, а мы давайте посмотрим дальше этот крючочек наш. Вот, получается с этой стороны у нас 3. И давайте посмотрим на вторую сторону. Так, первый маленький такой ножичек. Дальше второй ножичек побольше. Далее открывачечка. Еще одна открывачечка. И что, и ножнички где-то тут должны быть. Где же они? Как их достать? Вот ножнички. Вот и ножнички. Ну давайте попробуем, что ли, ножнички попробуем. Режет. Ну туповатые ножички. Хотя нет. Остренький. Но режут плоховато. Давайте вторым попробуем. Режут бумагу, но плоховато. Ну и ножнички. Ножнички хорошо режут. С таким хрустом, как по снегу идет. Вот. Вот такой вот мультитул. Отличный. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы не пропускать акции и скидки на такие вот товары. Всем счастливо и удачных покупок. До новых встреч!